Дождливая погода не смогла испортить настроение тем, кто собрался у празднично украшенного входа в детский сад. В церемонии его открытия приняли участие представители застройщика, руководство администрации района и Булатниковского поселения, родители и дети, будущие хозяева города детства. Шумный пляс, тихий час, в этом доме все для нас. Открытие этого сада – результат совместной деятельности компании-застройщика жилого комплекса и администрации района. Достаточно большими шагами идет урбанизация территории наших поселений Ленинского муниципального района. И отрадно отмечать то, что застройщики свои социальные обязательства исполняют. Всем ребятишкам, которые пойдут в этот замечательный детский сад, я хочу пожелать счастья, успехов, с праздником вас. После торжественного разрезания ленточки для высоких гостей была устроена небольшая экскурсия. Площадь трехэтажного детского сада более 4000 квадратных метров. И здесь есть что показать. Наш детский сад рассчитан на 225 мест, 9 групп, а 25 человек. В данном саду у нас будет работать 39 сотрудников. Из них у нас будет 15 педагогических кадров, ну, остальное обслуживающий персонал. Также у нас имеется комната для дополнительных занятий, культурный музыкальный зал. Также имеется хорошая кружковая комната, в которой дети могут проводить как обычные занятия, так и дополнительные. Детский сад в буквальном смысле оснащен по последнему слову техники. Для людей с ограниченными возможностями здоровья в учреждении создана безбарьерная среда. Строительство этого учреждения, оно вот является примером такого успешного взаимодействия строителей и представителей образования. Все как бы требования, все было учтено вовремя, своевременно. Поэтому детский сад очень быстро получил все необходимые заключения и введен в эксплуатацию своевременно. Для гостей подготовили сюрпризы, угощения и концертные номера. Заведующая учреждением Наталья Литвинова не без гордости рассказала о возможностях каждого помещения. Так, у нас современный зал. Здесь полностью можно его переоборудовать и сделать его хореографическим. У нас есть станок, школа. Идем дальше. В группах уже вовсю идут занятия. Строители предусмотрели все, чтобы и игры, и отдых были максимально продуктивными. Очень понравилось оснащение. В каждой группе доска, в каждой группе, практически в каждой из проектов, что немаловажно в условиях современных требований в ГОС. Ну, вот это очень обрадовало, удивило, и все очень новое, красивое. Деткам очень нравится здесь. Оценили оснащение группы его первые маленькие посетители Иван и Семен. Ребят, ну а вам-то садик нравится? Да, нравится. Да, нравится. А что именно вот нравится больше всего? Игрушки. На территории образовательного учреждения находятся безопасные прогулочные площадки с современным многофункциональным игровым оборудованием. По периметру здания установлена система видеонаблюдения. Что сразу бросается в глаза, это огромное количество просторных веранд. Здесь их целых 9, а также площадки для занятия спортом и даже собственный огород. Веранды укомплектованы самым современным оборудованием. Здесь даже можно и на барабанах поиграть, и на ксилофоне. Одним из важных аспектов в работе с детьми остается физическое воспитание. И здесь надо отметить, что для активного занятия спортом здесь предусмотрено все, даже, казалось бы, мелочи. Меня удивило именно покрытие. Покрытие – это прям проблема в детских садах, потому что оно все время скользит. И мягкие стены. То есть это прям такой огромный-огромный плюс. Растет микрорайон, заселяются построенные дома, а значит и потребности жителей увеличиваются. Но компания-застройщик уже ведет работу по развитию социальной инфраструктуры. В планах у застройщика это ближайшее время открытие двух садиков на 515 мест. Вот. Также сдача трех школ на 2500 мест. И поликлинику сейчас идет строительство поликлиники на 450 в течение смены. Максим Козлов, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видное ТВ.